346-й полк был до нас, который уезжали, еле отправили, Да. еще пьяные все были. Вот тут они тоже спились. Ну, короче, половина полка, я не знаю где, никто не знает, куда они пропали. Ну, кто-то знает. Слышишь, что Артур Князев-то у вас там был, нет? Ну, чуть-чуть подальше, наверное, 3 километра от нас. Да? Не знаю, что-то Ольга Ражева с магазина говорит, что ему ноги, говорит, у него нет, в госпитале лежит. Может быть, у них, такое? Да, у них были прилеты. Они танкисты. Вот, а мы ехали вместе сюда с ним в поезде. В одном вагоне мы ехали. Но? С вагонов, когда высаживали, ждали машины. А им что, им сказали, танкистам, что танков нету, вы теперь пехота, все, автоматы. Господи. Народу до хрена. Больше становится. Так, на подмогу. Ну, они нас нужны сейчас. Угу. Знаю, какой-то кипиш будет в феврале по-любому.